Привет, ребят, с вами Бес, и сегодня мы будем продолжать обозревать игры на iPad. Перед тем, как мы начнем, ребят, наш сегодняшний ролик, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые ролики, а также в комментариях можете написать, в какие игры мне играть в следующий раз, так что буду ждать. Ну а сейчас, ребята, давайте-ка мы посмотрим, какие игры мы сегодня будем играть. Вот наши сегодняшние игры, давайте-ка, в принципе, начнем с самого первого. Первого это у нас Hill Climb Racing 2 или Hill Climb, ну не знаю, у меня с английским немножко не очень, короче, вы поняли, да? А вот, у нас тут, ребят, одиночная компания, давайте-ка посмотрим, что тут у меня есть, да? У меня тут есть тачка, которую можно немножко поапгрейдить, давайте-ка будем каждый параметр по разочку апгрейдить, вот так вот, хорошо. Ну и давайте-ка начнем нашу игру, посмотрим, что у нас тут будет. Кстати, тут мы можем включить наш интернет, потому что тут игрушечка у нас онлайн, вот, и можем даже с другими чуваками поиграть. Вот, ну ладно, давайте-ка пока что вот так будем играть, посмотрим, какой у нас будет рекорд, точнее, можем ли мы набить тут новый рекорд, да? Вот, потому что наш прошлый рекорд около 500 метров вроде как, или не, ну, около 600 метров, немножко больше. Вот, так что давайте-ка попробуем побить этот рекорд. Вот, кстати, игрушка прикольная, но первая часть этой игры мне нравится больше, да? Вот, тут, конечно, все внимание сконцентрировано, получается, на онлайн-режиме. Вот, а на первой части онлайн вообще нет, и мне кажется, что у разработчиков получился создавать просто очень-очень классную игру без онлайна. Вот, так что вот поэтому мне первая часть нравится. Ну а вторая, ребят, по своей графике, конечно же, лучше, но первая что-то попривычнее, что ли. Вот как-то так. Ну ладно, сколько у нас остается? До нашего рекорда остается всего лишь несколько метров. Вот здесь, ребят, я в прошлый раз остановился. Не знаю, в этот раз остановимся. Да, ребят, смотрите, мы на этот раз тоже застряли именно на этом же самом месте. Окей. А может, будем, ребят, накопить немножко золота и будем разблокировать новую карту, как вы думаете? В принципе, можно. Можно. Так, у нас тут что есть? У нас тут все получается в онлайн-режиме происходит, да? Вот, ладно, давайте-ка еще разочек попробуем сыграть. Но этот раз только, смотрите, вот по такой тактике. Только будем газовать и все. Посмотрим, что у нас из этого получится. Надеюсь, что-то получится, и наша тачка по-быстренькому не слетит к чертям. Ну, смотрите, ребят, только с газом у нас нифигашеньки не получается сделать, да? Вот так вот. Ну, монеточек, конечно, мы собираем очень мало. Ну и дистанцию тоже проходим очень мало. Ладно, с первой игрой вроде как посмотрели, закончили. Давайте-ка посмотрим, что у нас вот тут игрушечка. Игра у нас, как называется, Legends 2 Extreme. Окей, посмотрим. Тут, ребят, тоже у нас гоночки. Вот, ну начнем. Так, ну, второй уровень. Первый уровень я уже прошел. Итак, мы тут играем, ребят, на Monster Car, я так понимаю. И сейчас нам наша задача сделать так, чтобы наша тачка приземлился аккуратно и не сломался ни в коем случае. Так, вроде как все пока что хорошо. Тут можно немножко уравновесить нашу тачку. Вот так, хорошо. Ну, вроде как, ребята, у нас все прям отлично получается. Остается только до финиша дойти. И, в принципе, все у нас будет прям классно. Так, это был финиш. Да, ребят, это был финиш. И, в принципе, все окей. Хорошо. Так, нажимаем тут окей. И тут, ребят, наша следующая дорожка. Тут нам надо как-нибудь трюшечку взять. Но как это сделать, ребят, я не знаю. Давайте-ка посмотрим. Так, ну, допустим, одну звезду мы взяли, но во что-то врезались, и получается, наша тачка была уничтожена. Ну окей, еще одна попытка, ребят. Тише, 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 тише. Блин, опять? А что тут надо сделать-то? Может, как-то по-другому? Надо перепрыгивать.
Так, а давайте-ка. Ну, блин, ну на этот раз. Так, стоп. Лол. Серьезно, вот так вот. Ну, это было забавно, ребят, на самом-то деле не ждал, что вот таким вот образом можем пройти. Ладно, давайте-ка посмотрим мы следующую игрушечку. Это у нас Agri Grain Racing, да? Типа злая бабушка или что? Короче, сейчас наша бабушка будет кататься на своей тачке. О, тут даже есть кресло, прикольно, но у меня столько денег нет, ребят, чтобы играть на кресле, так что давайте-ка выберем вот эту тачку, вот, апгрейдить его не надо, и вот она, наша бабушка. Ну, так, что тут нам надо сделать? Нам, в принципе, ничего не надо сделать, или что-то мы можем взять. Ну, давайте-ка вот это возьмем, допустим, хотя мне это нафиг не надо было, ну ладно. Или можно было шлемчик взять. Ну, не знаю. Ладно, сейчас посмотрим. Денежки тут копятся, ребят. Не сказал бы, что прям очень быстро. Так что надо бы немножко сэкономить тут. Вот, чтобы покупать новую тачку. Так, наш бензин почему-то заморожен. Не знаю, если честно, почему. Это, скорее всего, было хорошо, да? Так, ладно, так, давай. Есть такое дело, мы потихонечку приближаемся к нашему лучшему результату. Хорошо, бабуля, только аккуратно. Вот так вот. Ну и я не знаю, ребят, тут у нас с прохождением или же тут так можно прям бесконечно идти. Так, давайте-ка я звук немножко потише, ребят, сделаю. Вот так вот. Отлично, надеюсь, что все хорошо будет. Вот. Ну и, ребят, двигаемся вперед. Наш бензинчик прям хватает, ребят, по полной программе. Сейчас почему-то наша тачка не хочет разгоняться. Вот так вот. Отлично. Немножко уравновешивать надо. Вот так вот, и в принципе все. Отлично. Кстати, бензинчик становится, точнее, начинает растрачиваться все быстрее и быстрее. Да, это в какой-то степени нехорошо, ребят. Хотя хорошо то, что бензинчик прям расходуется очень и очень медленно. Вот. Так, 400 метров мы ушли, уже прошли. Так, давай еще немножко. Наша бабуля что-то не стала хорошенечко разгоняться, но еще одну попытку мы сейчас сделаем. Надеюсь, что на этот раз прокатит. Давай. Ой, чуть-чуть не хватило, ребят. Ну, что тут нам делать? Давайте-ка вот так вот. Давай. Не хватает, ребят. Короче, тут мы, я так понимаю, застрянем по полной программе. Или же, если немножко разгоняться, то что будет тогда? Тогда тоже, ребят, ничего не будет. К сожалению, больше мы пройти дальше не можем. Надо будет прокачать нашу тачку и, в принципе, уже вот тогда приступить к дальнейшему прохождению. Вот так вот. Ладно, это нажимаем вот сюда. 21 тысяча у нас есть, окей. Идем дальше. Следующая наша игра называется «Водила». Посмотрим, что это у нас за игрушечка. Так, ну, не, давайте-ка вот в одиночном режиме поиграем. Ну, это получается очень-очень похожая игра на Hill Climb Racing. Вот, но прикол в том, что тут графика явно похожа. Все у нас лагает прям по полной программе. Вот, и ой-ой-ой. И очень трудно тут управлять, прям капец как трудно. Так, ничего, смотрите, мы не хотим, продолжаем. Вот так вот. Ну и давайте-ка еще одну попытку сделаем. Я тут как-то умудрился 800 метров пройти, сам не знаю как. Вот, потому что тут очень-очень, ребят, трудно управлять с тачкой, ребят. Опа, вот так. Отлично, вроде как сейчас потихонечку получается. Уже вот 200 метров мы прошли. Тут хрен поймешь, что надо нажимать, чтобы наша тачка стала управляемым. Вот так. Ой-ой-ой. Все. Опять. И тут везде просто, ребят, везде нам предлагают смотреть какие-то рекламчики. Кстати, тут мы можем прокачивать нашу тачку. Можем даже
покупать. Ну да, ребят, мы можем покупать новые тачки, но у нас пока что не хватает денежек. Вот, так что ладно, мы потом этим будем заниматься. А пока давайте-ка пойдем дальше. Следующая наша игра называется Alien Racing. Это у нас опять-таки гоночка, только гоночка, где участвует инопланетяне. Прикольно, ребят, смотрите. Мелкие инопланетянки. Вот так вот. Можем прокачать нашу тачку. Давайте-ка разочек каждую характеристику будем прокачивать. И, кстати, смотрите, тут все характеристики по 10 раз можно прокачать. И вот такой вот прикольный чувачок у нас сейчас есть на экране. И будем, ребят, мы управлять этим чуваком. Посмотрим, сможем ли мы набить новые рекорды. Кстати, тут звук уже можно сделать немножко погромче. Опа! Нифига себе! Вы видели, какой поворотик мы сделали? Точнее, флипчик. Вот так вот. Деньги копятся, ребят. В принципе, довольно хорошо. Вот, следующую тачку, в принципе, можно будет покупать. Но для этого надо накопить много денежек. Вот, но, скорее всего, сегодня мы этого сделать не будем. Сегодня только будем немножко обозревать. Посмотрим, что у нас тут ДК. Вот золотые монетки, они у нас, получается, дают еще больше денежек. Да, сразу, да. Они прям капец как хорошо денежек дают. И мы уже, ребят, 1500 метров уже прошли. Хорошо. Так, денежки мы не собираем почему-то. Так, тихо. Бензинчик тоже берем. Кстати, смотрите, бензин у нас расходуется прям очень медленно. Это прям очень хорошо, ребят, для нас на самом-то деле. Ну, вот, прыжочек. В воздухе мы тоже купим денежки. Вот так. Кстати, вот кнопка газа похожа на лапку. Прикольно, и мы сдохли. Вот так вот. В конце фотик на память. Ну и, в принципе, все. Ладно, идем дальше. Real of... так, как игрушка называется? Real... не, Real Feel of... короче, вот такая вот игрушечка. Это у нас игра про байков, я так понимаю. Давайте-ка вот третий уровень попробуем проходить с этой же тачкой. Так, почему нам не пускают? Ага, короче, вот с этой тачкой нам надо проходить. Окей, пошли, погнали, посмотрим, что тут нам надо будет делать. Короче, тут нам надо, я так понимаю, звезды накопить. Так, опа. О, есть, хорош, 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 хорош. Так, красиво только надо все сделать, ребят, чтобы мы тут не застряли. Так, прыжочек, ой, последнюю звезду, ребят, мы не взяли. И получается, мы даже сдохли, да? Окей. Надо со временем, ребят, тоже следить, потому что без этого у нас прям никак не получится затащить. Так, есть. Две звезды мы, в принципе, взяли. Но вот третью как-то не получается. Не знаю. Трудновато. Ладно, погнали дальше. Следующий уровень. Так. Опа. Не взяли. А давайте-ка заново начнем. Так. Надо что-то хорошенечко разгоняться нам, что ли. Я не знаю. Ну, или же надо какие-то маневры сделать в воздухе, чтобы взять эти монетки. Скорее всего, да. Ай-яй-яй, тише, 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 тише. Не, ничегошеньки нам делать не надо, просто нам надо хорошенечко прям разгоняться. Ну и, в принципе, все. Вот так. Пока что третью звезду, ребят, я не вижу. Опа, вот третья звезда. Только прикол в том, чтобы тут взяли всего лишь одну звезду, и тут после каждого уровня, ребят, нас, опа, просят, чтобы мы заценили игру. Опаньки, вот так. Давай тут тоже прыжочек. Ну и где третья звезда, ребят? Я не знаю, скорее всего, где-то здесь. Да, вот третья звезда. Сейчас остается только уровень пройти. Так, для этого надо вот тут там разгоняться хорошенечко, да. Вот, в принципе, идеально прошли на трешечку. Ладно, идем дальше. Hill Climb Run. Так, Runner, да? Какой-то тут у нас Runner. Окей. Давайте-ка вот третий уровень сразу-таки и посмотрим. Тут тоже, ребята, опять-таки прикольная графика. Но
Блин, какие-то странные звуки. Прям очень странные звуки. Ладно, сейчас давайте-ка. О, все, минус тачка, короче. Давайте-ка я звук немножко потише сделаю. А тут, кстати, есть еще турбо. Что дает нам турбо, я не знаю. Короче, ладно, погнали, давай. Ну, все. Погнали. Главное, ребят, тут все сделать аккуратно. Опа, тихо. Есть, на этот раз приземлились, получается, нормально. Так, вот тут собираем звезды. Монеток тут, ребят, я так понимаю, нам не получится собрать, только можно собрать, ребят. А хотя, не, смотрите, вот тут монетки тоже есть. Я думал, только звезды можно будет тут собрать, а монетки можно покупать за реальные деньги. Но, ребят, это не так. Тут и можно монетки собрать, и звезды. Прикольно, ну и вот финиш, да? Все, финиш. И есть тут, ну, не знаю, звезды там или что-то подобие этого. Не, вроде как нифигашеньки нету. Тут просто тупо надо пройти и, в принципе, все. Вот так вот. Кстати, вот тут наверху есть, получается, мини-карта, где показаны, какие препятствия нам надо преодолеть. Да? Окей, в принципе, это прям хорошо, это нам будет помогать. Так, тут какой-то мостик, где надо будет прыгнуть. Кстати, вот давайте-ка турбо попробуем применить. Что дает турбо, я не понимаю. Странно. Ладно, погнали дальше. И наша последняя игра Road Draw. Значит, это у нас игрушечка, где надо, получается... Так, стоп. Другие машинки мы можем открыть, не? Так, а, кстати, что нам надо делать для открытия? А, 3500 монеток нам надо набрать. У нас 850. Окей. Так, цвета. Ну, цвета можно менять, но красный мне нравится больше. Так, карты тоже менять не получится. Так что, все, погнали. Посмотрим, что у нас тут надо. Тут нам надо, ребят, нарисовать дорожку для нашей тачки. Прикольно. Прикольно, только, ребят, тут не все так легко, как кажется. Потому что платформы время от времени двигаются. Так, тихо. Опа, бензинчик я не взял. О, не взял. Взял, ребят, смотрите, это прям хорошо. И наша тачка хрен его знает, куда врезался. А точнее, упал просто немножко неудачно. Так. Ага, еще одна хреновая попытка. Так, давай, тачелочка, ты сможешь. Вот так. Ну, это начальная часть легкая. В принципе, даже можно не заморачиваться по этой теме. Хотя... Не, вряд ли не стоит заморачиваться. Так, давай, погнали, поднимаемся. Дальше нам надо спускаться. Вот так. Нет. О! Как у нас так получился, я не знаю. Так, тут собираем монеточки. Вперед. Ай-яй-яй. У! Офигеть, как, ребят, у нас тут получился пройти. Давай еще немножко, мы же дошли до финиша, ребят. Почти дошли до финиша, ну как так. Ладно, давайте-ка еще одну попытку сделаем, ребят. Но у нас вроде как получается явно играть получше. О, нифига себе, мы выжили. Мы выжили, ребят. Это было неожиданно для меня, но... Ну, прикольно. Так, тут бензинчик возьмем, конечно. Так, это что, типа? Минус 3 очка? Ну, не знаю. Так, опа, финиш. Ей, наконец-таки прошли. И что тут нам дается? Ну, нам, в принципе, ничего не дали. А тут, блин, дорожка... У. Нам повезло, я-то думал, что все, больше нам ничего делать тут не надо. Ладно, ребят, вроде как посмотрели на все игры, вот, и в комментариях, думаю, вы напишите, какая из этих игр вам понравилась больше, а также, ребят, буду ждать, чтобы вы написали, какие игры мне снимать в следующей серии, так что буду нестерпением ждать. Ну и на этом, ребят, я с вами прощаюсь, всем огромное спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, подписаться на канал, ну а с вами был Бес, всем удачи, ребята, всем пока!